Привет всем! Сегодня будем делать морс, богатый витаминами. У меня кастрюля литров на 5. Ребят, не знаю, не мерил. Так все на глаз делаю, сами знаете. В итоге купил ягоду разную. Здесь и клубника, и черная смородина. Что только нет, вот смесь. По весу у нас здесь получается... Где у нас здесь вес-то указан-то? Ну, не знаю, где-то полкило. Что-то я не вижу вес. А, вес полкило и есть, 518 грамм. Высыпаем все сюда. Ребят, можно, конечно, с огорода, но у меня еще не поспело ничего. Приходится покупать. Высыпали и теперь ждем, пока она закипит. И потом в процессе я включусь и покажу, что будет дальше. Ребят, у нас закипело. Теперь добавляем 200 грамм сахара. Размешиваем. И даем минутку еще покипеть. У меня дождь здесь сильный. Приходится в экстремальных ситуациях готовить. Так, смотрим. Все нормально. Прошла минутка. Можно теперь выключать. И дадим остыть. Когда морс наш остыл, надо его убрать в холодильник. Я его не стал убирать. У меня уличная кухня. Ночью было холодно. Ну, можно его уже, в принципе, наливать и употреблять. Готовится довольно-таки быстро, сами видели. Ребят, начинаем дегустацию. Смотрите, цвет какой приятный получился. Красный такой, насыщенный. Прям чувствуется то, что там одни витамины. И надо это употреблять, пока есть у вас, допустим, ягоды или еще что-то в данный момент. Но у меня вот пришлось, конечно, купить. Но ягода сейчас скоро поспеет. Буду уже скоро употреблять свои витамины. Пробуем. Это нектар жизни, ребята. Обязательно сделайте. Готовится очень легко, сами видели. Ничего сложного нету. Морс, ну, может быть, кто-то скажет, что это компот. Ну, может быть и компот, ребят, но это ближе к морсу, потому что я варил очень быстро, недолго. Компот варится довольно-таки дольше, чем мой рецепт. Ребята, кому понравился рецепт, ставьте лайки, кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока!